Небезопасные площадки. 12-летний мальчик Костя раскачивал подругу на качелях и в прыжке наткнулся на железный штырь. Его установили заботливые взрослые, проживающие на улице 7 на 14 станции Люздорской дороги, чтобы уберечь своих детей от удара раскачивающейся качели. По словам двоюродной сестры Кости Анастасии Лавренюк, после инцидента мальчик в состоянии шока сумел дойти до дома, где родители незамедлительно вызвали скорую помощь. В больнице рану зашили, однако ночью ребенка открылась сильное кровотечение. Впоследствии Костя лежал в коме с проникающей раной 20 сантиметров и разрывом прямой кишки. После проведенной операции он шел на поправку, но в день выписки у ребенка начались сильные судороги. Врачи сообщили родителям Кости, что у мальчика отключился мозг. Ребенка экстренно перевезли в областную детскую больницу, так как в частной клинике нейрохирургов не оказалось. В полиции заявляют, что узнали об инциденте из соцсетей. Ні батьки постраждалого, ні працівники медичного закладу, до якого госпіталізували хлопців, з цього приводу до поліції не зверталися. Для перевірки вказаної інформації на місці події було скеровано слідчо-оперативну групу Відіопольського відділу поліції. Зараз правоохоронці встановлюють обставини травмування дитини, а також осіб, з вини яких неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сейчас мальчик пришел в себя, но все еще находится под пристальным вниманием врачей. Резонанс в социальных сетях вызвал незамедлительную реакцию. Штыри убрали.